хочу, Игорь и Наташа, к вам обратиться и сказать вам большое спасибо искренне от души за то, что вы показали нам такие места, которые захватывали дух. Каждый день отличался от другого. Разные эмоции, разные краски, которые, ну, просто даже не успевали мы, наверное, немножечко, да, понимать, что происходит. Вот, но для меня такой активный отдых, на самом деле, мне, ну, он по душе, и мне очень понравилось, хотя, конечно, где-то были перегрузки небольшие происходили, да. Поэтому большое спасибо, мы бы без вас, конечно, не увидели бы эти места, да, эти мастер-классы, эти там бани, эти там озера, ну, это супер, просто шикарные эмоции, впечатления на всю жизнь, и, ну, это один из моих лучших отпусков, наверное, за всю жизнь. Поэтому спасибо вам большое, ребят. Да, продолжайте ваше дело. Это супер. Ну и хочется сказать, наверное, всем ребятам огромное спасибо. Я вас всех полюбила очень сильно. И вы такие все просто супер. От вас идет такой свет, энергия. Просто все такие молодцы. И я была очень рада всех вас встретить здесь. И, ну, просто сохраню в своем сердце только добрые чувства к вам и теплые воспоминания. Спасибо вам большое за это.